Семьи, в которых после 15 апреля этого года родился ребенок, могут не обращаться в пенсионный фонд за сертификатом на материнский капитал. Теперь выдача осуществляется проактивно. Данные об оформлении сертификата фиксируются и направляются в личный кабинет на сайте пенсионного фонда или портале госуслуг. В ЕАО уже 222 сертификата оформлены пенсионным фондом. Это означает, что семьям не надо специально обращаться в клиентскую службу пенсионного фонда и тратить усилия на оформление сертификата. Все необходимое специалисты пенсионного фонда сделают самостоятельно. При этом посещать клиентскую службу пенсионного фонда или многофункционального центра не нужно. Если гражданин является клиентом Сбербанка, Тинькофф Банка или Почта Банка, то зарегистрировать или подтвердить свою учетную запись он может в интернет-банке или мобильном приложении этих организаций. Специалисты Пенсионного фонда России обращают внимание. Для семей, усыновивших детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Новости 21.